Это матчи. Я Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Челси сегодня играет против Арсенала. Итак, игроки Челси разыграли мяч. Игра началась. Матч двух замечательных команд, и мы ждем яркого футбола. Не дает этой атаке оборона развиться. Вернер. Фоден. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Бить можно и забивать. Хорошо защита играет. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. И это гол. Первый гол в этой игре забит. Мне кажется, врасплох он своим ударом застал голкипера. До ворот-то было очень прилично, но удар у него получился на славу. Молодец. На 20-й минуте счет стал 1-0. Давид Сильва. Вернер. Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держат. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Есть хороший адрес для передачи. Хорош он в отборе, мяч в аут уходит. Фоден. И открывается партнер под атаку. Карим Белараби. Вот это момент для Пулишича. Как он в отборе играет. Серия хороших передач, неплохо комбинирует команда. Момент у поля Погба. Отлично защитник сыграл, в очень опасной стадии атака была. Судья решил много не добавлять, минуту до конца. Уходит команда на перерыв, за 45 минут забит один единственный гол. Минут у Арсенала осталось на то, чтобы исправить ситуацию. Второй тайм начинается. Вернер. Пулишич. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Момент для удара. Удар. И это гол. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Давид Сильва. Пулишич. Карим Белараби. И есть поддержка у этой атаки. Без мяча остается Арсенал. Пошли последние полчаса игры. Поль Погба. Вернер. Мяч у соперника. Пулишич. Давид Сильва. Смотрим начало атаки. С мячом Давид Сильва. И есть хорошие варианты для того, чтобы сделать передачу. 20 минут осталось играть. Вернер. Адама. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку.
Грамотный пас, все по делу. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Вернер. Поль Погба. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Вернер. Фоден. Еще чуть-чуть. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он фиксирует победу хозяев.